Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Так, ну что, Лига Мастеров, 3 звездочки, поехали. Сюрики, так, ДНК 50 штук на Паукуса, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Так, задание я, по-моему, все выполнил. Тут у нас бесплатно колода осталась. Забираем, там у нас Кирби, мышь. И смотрим, что у нас на этой неделе творится. А творится у нас следующее. Разыгрывается Макмен. Это раз. В испытаниях у нас будет следующее. Так, ну мы видим, на эксперте у нас Сплинтер, а на платиновом у нас черепашки. Так, живи долго и играючи. Что у нас тут? Так, друзья мои, ага. Нам нужен здесь только кожеголовый, насколько я помню. И все. Только кожеголовый. А городская война, свет в темноте. Кто нам нужен? К сожалению, никто. Абсолютно, ребята, никто нам здесь не нужен. То есть получается только лишь вот это вот испытание. Да и то только ради кожеголового. Не густо, я тебе скажу, не густо. Так. Ну что же, судя по всему, нам придется только лишь одно испытание проходить. Ну, естественно, остается только лишь арена, с которой мы, в принципе, и начнем нашу серию. Поехали, друзья, турнирная арена. Будем бустить потихонечку. Немножечко я, конечно, проспал, наше счастье, потому что на моих часах 5 часов 8 минут, а откат у нас, как ты знаешь, прошел в 3 часа. Ну, ничего страшного, может быть, оно и на пользу даже нам пойдет. Только вот я почему-то не вижу, чтобы мне давали 11-11. Ага, вот оно. Ну что, буст — это самое, как говорится, интересное, потому что здесь отыгрываются практически все наши персонажи. И, как ты понимаешь, преимущество все равно будет на нашей стороне, так как они у нас какого? 18 уровня, да? А мы с тобой 45-го. Давай начнем вот так вот. Массовая атака от Дони. Все. На что они, как говорится, на что напоролись, то и получили. Что-то ляпнул не в попад, ребят. Да, видимо, еще не проснулся до сих пор. Ну что, воин 2 звезды, как и требовалось. И погнали с тобой дальше. А дальше у нас вот 11-12. Отлично, сами дали, сами предложили. Тут мы видим уже 20 уровень. Раз, два, три. А мы с тобой 53-й. Ну, соответственно, тоже на одну плюшку буквально эти ребята. Только у нас массовой атаки здесь нет. Да? Точно нет. Хотя бомбочка есть вроде бы, да. Хватит ли нам ее, чтобы уничтожить этих противников? Угу, караечка выжила, но это ненадолго. Все. Отправляем ее к праотцам и двигаемся с тобой далее. Так, я думаю, сейчас воин будет уже, наверное, 3 звезды, скорее всего. Да? Ну, а как иначе? Как иначе, скажи мне, друг? Ну что же, мы продолжаем с тобой. 12-13, хорошо идем. 25, 23 и 24 уровень. Раз, два, три, четыре. А уже 4 бойца, и у нас 54 уровень разыгрываются. Да, конечно, неделька это не особо богата. Всего лишь на одного нужного нам персонажа. А дальше так и будет, ребята. Вы что хотели? Что у нас всегда будет насыщенно и все? Нет. Вот кожеголового мы с тобой накупим, а дальше будет еще проблематичней на кого-то искать. Что у нас там остается? Шреддер, да, классический. Хотя, подожди-ка, а супер... не супер, а Шреддер у нас разве... Да, нам нужен только классический, скорее всего. Один-единственный, который у нас не собрат еще, да? Кстати, 125 монет, надо будет это все дело потратить. И давай попробуем выбить 12-14, если, конечно, такое возможно. Они не хотят, мне давать. Ты посмотри, а. Уперлись рогом и все. Ни в какую. Вот, все-таки я выбомбил у них. Ну что, как ты видишь, здесь уже почти 30 уровень. Значит, ребята, они нас потихонечку, полигонечку начинают догонять. Но... я думаю, что мы где-то с тобой пол арены пройдем, и фигушки, они к нам даже присоединятся. Ну, я имею в виду именно по уровню.
А ну-ка. Ага, Кирби упал сразу же. Минус Рафаэль. И массовая атака от Рафа. Все. Что и требовалось доказать. Ну что, двигаемся с тобой дальше. Кстати, ты узнаешь эту комнату, да? Это комната, где мы с тобой обычно деремся со Сплинтером. Да. Как будто это его додзе. Ну что, 88 место. Поехали, давай посмотрим, какой тут у нас. Ага, 12-14 есть. А 12-15 не дадите? Ну, скорее всего, тут уже должно быть не 12-15, а 13-15. Это вряд ли. Ну что же, я соглашаюсь. Соглашаюсь с их условиями. Уже... Слушай, они до сих пор не могут перейти в 30 уровень. Я думал, что сейчас хотя бы перейдут. Но нет. Они до сих пор на 29 ранге пляшут. Ну что, поехали тогда. Баллончик, это массовая атака. Ага. Давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Ну-ка, Рафаэль. Да-да-да, завалил бибопчика. Ну и теперь, наверное, подожди, надо нам муху бомбануть. На всякий случай. Теперь бы не помешал бы Леонардо вот этого наказать. Ну-ка. Давай, Донни. Круто. Ну и холодильником, я думаю, мы обоих добьем. Что и требовалось опять же доказать, друзья мои. Двигаемся далее. Так, сегодня, интересно, мы доберемся с тобой до лиги мастеров или максимум, что это лига сёгунов нам светит. Ну хотя бы 3 звезды, уж чтобы было. 13-15. Вот, все-таки есть у нас, ребята, прорыв. 13-15 уже выдают. Мне кажется, что персонажев у нас быстрее закончится, чем мы с тобой дойдем до Лиги Сёгунов в 3 звездочки. Так, ну что, тут команда так себе. Массовик только лишь... Ага, Рафаэль. Ну и Лео, насколько я помню. Остальные так себе бойцы, да? Одиночки. Давай, Лео, добивай. Сможешь? Конечно, конечно, у него получилось. Ну и прекрасно. Так, мы сейчас с тобой посмотрим, на какую позицию переместимся. Так, опа, опа, друзья мои. Мы даже в самурая не попали, прикинь. Зашибись. То есть вот такая вот у нас задержка. Ну что же, это говорит только об одном, ребят, что фигушки нам сегодня, а не Лига Мастеров. Давай, поехали. Посмотрите по наверх, да? Тебя ждет сюрприз, говорит Шредер. Так, минус. И... Ага, тут не получилось. Давай. Отлично. Хунаичи добила. Ну что же. А мы с тобой продвигаемся дальше. У меня что-то, ребята, голос охрип. Надеюсь, мы не заболеем. Так, ну что. Вот они, наконец-то, самураи. 35-я позиция. Значит, сейчас будет уже Лига самураев 2 звезды. 13-16, давай попробуем. Вот, вот-вот-вот, о чем я и говорил. Хотел 14-17 и получил. Так, что-то я... Что-то я потерялся, ребят. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, здесь из массовиков только лишь, по-моему, один у нас, да, получается. И это кто? Это Леонардо. Фигово, фигово ты ударил, если честно. Так, минус. Пробьешь? А, Майки? Молодец, красавчик. Так, бросить баллончик, может быть? Хм. Мондагека ускоряет вражескую команду. Правда, не знаю, зачем. Это уже не поможет. Давай вот так вот сделаем. Нейтрализатор промахивается. Мы его уничтожаем и добиваем Мондагека. Все. Кстати, что у нас там по платиновым осколкам? По-моему, ребята, как я и говорил, что нам еще нужно будет одну неделю заиграть. Для того, чтобы перевести, да? Ну что, а мы с тобой в Лиге Самураев уже 2 звезды. 68 место. Продолжаем бомбить.
Продолжаем бомбить. И дадут они мне, интересно. Хотя, какого перепуга они мне должны дать 14-18? Это слишком круто. Но 41-й, уже 40-й уровень, да? Уже практически нас, ребята, догоняет. Потому что у нас 55-й уровень. Так, массовые атаки есть. И есть массовый дебаф от Хана. Плюс, давай, наверное, так сделаем. Гидрант. Так, и просто жду, когда пиццелицей будет. Вот он. Бросай свою галушку. Отлично. Кстати, эта галушка у него очень сильно бьет, если честно. Так что, может быть, даже лучше прокачать ее, чем второй его массовый удар. Ну, ага. Не тут-то было, да? Это вторая задержка, поэтому в Лигу Самураев 3 звезды мы перейдем только после этого уровня. И вот 14-18. Поехали. 55 уровень у нас, а у них уже 44-45. То есть разница буквально уже в 10 уровней. Это, ну, по минималочке получается. Так, сюрикены. Фигня какая-то получается. Так, давай, наверное, сделаем вот так вот. Ну, ё-моё, ну куда ты, муха, лезешь, а? Так, попробуем волну. Так, муха упала. Теперь массовый крик. Фигня получается. Ну и... сейчас они тут будут разгуливать, а? Давай поджог сделаем. Отлично. Именно этого нам и не хватало. Так, ну давай глядеть дальше. Лига Самураев 3 звезды. Позиция у нас 51-я. Погнали. Так, 14-18. Опа, 15-19. Вообще шикарно. 48-й, ага, почти уже 50-й ранг у наших противников. Так что двигаемся дальше. Вот они, олухи, да? Ну что, давай, Алапекс, лисичка, зажигай, как ты это любишь. Угу. Так, массовая атака от Майки Космос. Стоят еще. Так, давай теперь осколки экрана. Так, минус двоечка. И теперь кофемашина. Я думаю, что это будет добивающим ударом, да? По ним. Ха, кабан выжил. Давай с разбега. Макман, как говорится, размялся на нем, да? Ну что, в любом случае, победа за нами. И сейчас, по идее, должны перейти с тобой. Ну, да. Да, друзья мои, Сёгун, одна звездочка, 94-я позиция. Так, ну что, 15-19, или все-таки попробуем? Нет, не даю, только ниже могу дать. Ладно, соглашаемся с этим. 49-й уровень, раз, два, три, четыре, пять. Ну, здесь понятно, ребята, здесь Донателло у нас, тем более он провокатор. Да и по уровню мы все равно выше наших противников, тут должны разобрать плюс. Две массовые атаки. Так, шинигами давай. Своего духа Они вызывай. Допустим, сделаем так. Он не упал. Ты прикинь, он не упал. Так, что-то, ну, крысиный король всегда был слабачком, поэтому не удивляемся. Хорош парень. Макман тут наяривает. Да что ты будешь делать-то? Эй! Блин, вот этого только не хватало мне еще. Надо нам провокацию брать, друзья. Теперь погнали. Так. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь, а? Надо его добить. Фигушки, не получается. А так? Вот тебе и фокусы, ребята. Ну а так? Ладно. Массово так. Неужели мы потеряем с тобой сейчас...
Донателло. Ведь можем спокойненько потерять. И хила у нас нифига не вылупляют там. Эй, ребятули, хорош, я сказал, блин. Ты посмотри, а. Ты глянь, что это у нас такое с лицами-то у них происходит, а, друзья? Так, это у нас лечение все-таки. Исцеляется на 20%. Ну, попробуем. Да, исцеление, конечно, офигенно сработало. Так, слушай, я даже не знаю. Ну, давай попробуем, наверное, вот так вот. Выжил, да? Донни там буквально, ребят, на соплях живет. Ать! Если сейчас мы его не уничтожим, то он уничтожит нас. Давай, 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 родной Донни. Ай-яй-яй. Ну, есть. Фу, ребята, вы увидели, сколько здоровья у нашей команды осталось, а? Это вообще микроны. Там буквально... Если бы Макман сделал бы свой суперудар, а именно ураганчик, все бы мои полегли. Чудом с тобой выжили. Так, 44 место, поехали. Так, 15-19, я думаю, что вряд ли нам дадут здесь 15-20. Хотя, дали, как ни странно. Раз, два, три, четыре, пять. Да, вот, ребята, в чем проблема-то у нас как раз. Вот она, наступила. У нас противник догоняет нас по уровню. То есть, поэтому я поменял на Ваньку, чтобы хоть как-то оторваться от них. Поехали. Начнем с базуки. Окей. Так, плюс паутинка. Есть. Ну что, отлично, здесь мы с тобой прошли нормально. Ну, в принципе, я думаю, что и следующие поединки будут также удачными у нас. Так как там остались практически одни топовые персонажи. Ну, да. Сёгун, две звездочки. Слушай, а может быть, все-таки прорвемся, а? Вдруг. Будет приятно, конечно. Не дают мне 16-21. Ладно. Раз, два, три, четыре. А, ну тут уже 70-ники, так что тут волноваться вообще не стоит, ребят. Сейчас караечка будет ходить, да? Плюс тигр. Ну, тигриный коготь, я имею в виду. Вот, поехали, смотрим. Окей. Теперь выстрел массовый от тигриного когтя. Плюс шреддер. Да? Мы их разобрали. Ну-ка, давай-ка посмотрим, мы перейдем сейчас с тобой или нет. В Лигу Сёгунов, например, три звезды. Не, вряд ли сейчас. 49-я позиция. Угу. 16-21. Хорошо, принимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, здесь, в принципе, ребята, есть у нас Джастин. Массовик плюс нейтрализатор. И Змейка Вьюн. Так, они по инициативе выигрывают, кролики. Опа, ничего себе. С кого начнем, с кого начнем? Наверное, с Эйприл. Зачем я так сделал? Можно же было рубануть. Ох, так, давай повесим, наверное, крит-атаку на наших бойцов. И погнали. Хоба. Понижение атаки, это раз. Запах изо рта, это два. Тихо-тихо-тихо, парень, не буянь. Тыкс, молодец, сплинтер. И добивка, хвост-телепорт. Вот так вот. Будут знать, как говорится, нашего брата. Ну, а мы смотрим, переходим сейчас или нет. Вряд ли, скорее всего, вряд ли. И нам нужно будет еще один поединочек, чтобы перейти уже. Угу. Буквально чуть-чуть нам не хватает. Все время на подсосе на каком-то играем. 16-21. Берем эту команду. Раз, два, три, четыре, пять. И еще у нас с тобой один поединок. Ну, максимум два. Сейчас посмотрим, сколько там останется персонажей. Погнали. Так, бомбочка. Окей. Так, когти. Минус хан. Майки сюрикены делает. Ну-ка. Не пробили. Молодец. Железноголовый, круто. И последний. Давай вот так, наверное, сделаем с собой. На тебе. Все. Донни ушатал Донни. Ну и какая у нас позиция. Я думаю, сейчас мы должны вполне перейти на 3 звезды, а место занять 62-й. Блин, не хватит.
Ведь не хватит же, а? 16-21. Ладно, я рискну. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и еще два персонажа остаются. Значит, мы сделаем с тобой следующее. Три откатика потратим и возьмем полноценную команду, да? Тогда, возможно, нам хватит перейти. Но зато мы отыграем с тобой всех персонажей. Поехали. Начинается у нас крученый. Да ладно, носорог, ты выжил каким-то чудом, непонятно для меня. Все. И смотрим, какое место у нас сейчас будет доступно. Ну давай, 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 показывай. Где-то 40-е, 30-е. О, 25-е, отлично. Все, ребят, должны залететь. 16-21. Раз, два, три, четыре, пять. Семь. А, 6 откатов у нас еще в запасе. Но это буквально на следующей поединке. Так, ну а здесь мы с тобой, конечно же, начинаем. Так, Усаги делает вертухан. Нормули, кстати, у них всех постепенный урон. Так что они в любом случае трупики. Так, минус слэш. И минус шреддер. Ну а теперь смотрим. Должны перейти в Лигу Мастеров, я надеюсь на это. 25-я позиция была, там буквально чуть-чуть надо, да? Ну-ка. О да. О да, друзья мои. Лига Мастеров, одна звездочка. 81-я позиция. Так что, все отлично. Так, ребят, наверное, на этой ноте я буду завершать этот видосик, потому что завтра нам, наверное, надо будет пройти вот... Нет, не это, а вот это вот событие и попробовать пофармить кожеголового. Больше нам пока делать нечего. Единственное, что в магазин мы можем еще зайти с тобой. У нас же есть монеты. Так, 125 штук и покупаем 3 ДНК. На Шреддера классику. Все. Да, друзья мои, все. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.